Британский совет объявил о прекращении работы в РФ. Британскому совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации, говорится в сообщении организации. Британский совет сообщил о прекращении своей деятельности в России. Об этом говорится в заявлении на сайте организации в четверг, 22 марта. Британскому совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание, говорится в сообщении. К слову, Британский совет представляет Великобританию по всему миру в области культуры и образования. В столице России организация работала с 1959 года. Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия очень вероятно виновата в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вскоре РФ объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net по материалам сайта newsgra.com.